Княскина Ксения, школа Сколково-Тамбов, 5-5 класс. Элла Фоникова, хлеб той зимы. Есть поступки в детстве, которые казнят жгучим стыдом всю жизнь. В сущности, это мелочи, но в них как бы отражены все твои плохие задатки. Безусловно, позднее ты ничего подобного не делал. Наоборот, был честен и прям. Но ведь когда-то ты все-таки смог. И эта мысль нестерпима. Для ужина в ящик стола отложено 3 куска хлеба и 3 дольки шоколада. Мне хорошо известно, стол не заперт, мне вполне доверяют. Но после грез о гороховом супе я могу думать только о еде. Настоящее наваждение. А что, если от шоколадки отрезать совсем незаметный краешек? Этого же наверняка никто не увидит. И потом, я ведь возьму свою долю. Острым ножом срезаю один пластик. Чудно, ни малейшего следа. Еще срежем, еще, еще, вкусно-то как, еще, еще. Теперь хлебца. От моей доли не остаются и крошки. Возьму немного от папиной. Опять пускаю в ход нож. Когда на тарелке чернеет последний ломоть, я хватаюсь за голову. Что я натворила? Оставила всех без еды. Как я взгляну в глаза маме? Папа, я не боюсь. Но это еще не было преступлением. Отец вернулся на сей раз пораньше, поставил на буржуйку чайник, приготовил стакан. Сейчас должна появиться мама. Затаившись, я обреченно жду стука в дверь. Мать приходит усталая, замерзшая, на губах запекшаяся кровь. Цинга. Она бесконечно долго моет руки. Отец поливает ей из кружки. Подходит к столу. Выдвигает ящик. Лена, ты съела хлеб? Взгляд у мамы строгий, укоризненный. Серые глаза суживаются. У меня душа замирает от ужаса. Нет, не я. Папа! Никогда не забуду, как растерялся в ту минуту отец. Он все понял и пожалел меня сразу же. Но эту вину тогда, в зиму 41-го года, он не мог взять на себя, как сильно бы не любил меня. Лена, ты сказала неправду. Я ведь только что пришел. Нет, он! Мама молча берет последний кусочек. Молча вкладывает мне в руку. Ешь. И пока я, давясь и обливаясь слезами, не проглатываю этот горчайший в моей жизни хлеб, она молча стоит рядом.